И всем привет, с вами Росикс, это самый быстрый гайд на BullX. Теперь погнали, вот эта вкладочка Wallet Manager, здесь у нас наши бабки. Чтобы их вывести, нажимаем Withdraw, добавляем тут новый кошелек. Просто тыкаете тут на кошельки и выбираете, куда отправить. Если что, когда вы добавляете первый кошелек, у вас будет, ну, 3 часа надо будет подождать, что-то такое. Здесь у нас есть наши трейд истории, да, когда мы что-то покупаем, продаем. И просто наши кошельки все. Теперь портфолио. Здесь видно, сколько мы вообще заработали. Я, например, $280. Наша вообще история. А здесь монеты, которые мы храним. Вот, допустим, можно даже, видите, часть убирать. Вот у меня, допустим, я убираю какие-то где копейки, чтобы не продавать. Видите, вот тут такие монетки. Кстати, вы можете продавать, например, вот это стоит 70 центов. Можно продать, потому что, ну, комиссия на продажу. Давайте сейчас как раз зайдем на график. Смотрите, мы нажали на монетку. Здесь обычно все наши позиции показываются. Вот. Но мы сейчас их уберем. Смотрите, газ. Вот поставьте, как у меня сейчас. У вас будет помедленнее все, но вы будете платить комиссии за сделку не 2, не 3 доллара, а 30 центов. И также на продажу, если поставите вот такие вот настройки, то у вас все будет отлично. И самое главное, зарегистрируйтесь прямо сейчас по ссылочке в описании. У вас будет 10% скидка на торговые комиссии. Вы мне поможете, и к тому же закиньте 5-10 долларов, немного, чтобы, знаете, просто вот потыкать, поторговать. И давайте сейчас вот попробуем что-то купить. Так, сейчас я зайду еще раз в портфолио, уберу вот эти свои. Ну, можно дать, кстати, можно вот продать ту за 70 центов. Вот, давайте продаем 100%. Смотрите, чем еще отличается. Видите, газ 43 цента я сейчас плачу. Это много, то есть... Но я получу все равно в плюсе. То есть я 70 центов получу, заплатив 43. И сейчас вот оно продастся. Так, теперь лимитки. Вот это очень важно. И самая важная часть. А, кстати, вот. Попробуйте, я вот это уберу, просто мне мешает, допустим. Да? Вот эти вот вверху монетки. Вы, допустим, можете вместо того, чтобы их продавать, еще просто вот так вот делать. Скрывать их. Так, а почему вот здесь убрались? Вот здесь видно наши все сделки. Также внизу сделки можете все прочекать. Давайте с какой-то более интересной монеты. Допустим, Nylong. Ордер по маркету. Что означает ордер по маркету? Мы берем просто вот по цене, которая здесь. А лимитка интереснее. Мы можем поставить, смотрите, что мы купим на 0.1 вот по такой цене. Это очень удобно, когда вы знаете, что, допустим, монетка, ну, ходит вот так вот. Реально можно купить, да? Тогда ставите. Угу. И лимитка sell, то есть вот это очень удобно, смотрите, можно купить вот здесь и продать вот здесь, просто уйти вообще от компьютера, ничего не делать, единственное, смотрите, оно может дойти на секунду, да, выше быть вашего ордера и сразу упасть, поэтому вот если вы считаете, что 65 будете продавать, то поставьте 63, короче, лимитки могут не всегда исполняться, там хотя бы пару минут должна поторговаться цена. Вот, вы можете тут газ увеличить, когда лимитка, но это вы уж сами, смотрите, вот можно смотреть тут всякие... Очень удобно смотреть историю, позиции и так далее. Давайте теперь вам самое главное, что нужно делать сейчас. Заходите по ссылочке в описании, у вас будет 10% скидка. Не тупите, просто 10 долларов закинули, чтобы их, ну, чтобы, знаете, потыкать. Не надо большими суммами, да? Нажимаем Add Funds. Просто можете и мне закинуть на мой кошелек, я буду не против. Закидывайте себе 0.1 Solana, например. И начинаете просто думать, играть, покупать. В общем, удачи. Я думаю, надеюсь, всем помог. Всех рад был видеть. Всем пока.